Одна из самых тяжелых и опасных дорог республики – дорога Аяна. Она ведет в оленеводческое село Тополинное Тампонского района и не раз была виновницей страшных аварий из-за сложности рельефа. И второй год на трассе ведут ремонтные работы. Нина Ханарова продолжит. В прошлом году из-за обвала моста через реку Минкуле на многострадальной дороге Яна, построенной заключенными Янстроя в 50-х годах прошлого столетия, наконец-то обратили внимание и выделили небольшие средства на ремонтные работы. В прошлом году мы нам дали на 10 километров ремонта. Нынче тоже выставили на 8,5 на ремонт, это под Тополинным. Мы их в прошлом году начали. На участке от нулевого до 31 километра на перевале «Надежда», где зимой часто случаются снегозаносы и дорога идет по опасному косогору, на выделенные управлением средства дорожники решили начать серьезные ремонтные работы. С мая этого года на участке работали практически все. К осени осталось 10 человек. 2 тяжелых экскаватора, бульдозеры, грейдеры и 3 скрепера. Сейчас наша задача сделать на этой дороге водоотвод полностью. Вот. Мы ее расширили до 10 метров, потому что это трубы в основном мы все положили. Так понемногу трудная и опасная дорога становится более пригодной к эксплуатации. В безопасном режиме. Нина Ханарова, Андрей Сокор, НВК Саха, Тампонский район.